дорогие друзья, уважаемые подписчики. Новый год наступил. Мы приехали проверить, что с нашей дачей творится. Снега очень много. Надо немножко почистить с крыши. Если сейчас получится, почистим снежок. А то там, особенно на той крыше, там очень много. Сейчас попробуем открыть нам все. Дорожку, видите, протоптали, прочистили. Вот Егорку помогает. Вот, у меня своя лопата есть. Снега у нас. Ой, как в прошлом году, столько же, много. Сейчас будем почистим чуть-чуть и поедем. С Новым годом всех! С Новым годом! Ну что ты не улыбаешься-то? Тишина и спокойствие на даче. Никого. Соседи, конечно, живут. Все в снегу. Следов зайцев вроде нету. Убежал наш одуван куда-нибудь в лес. Может, у соседей тусуется. Вот. Крыши мы почистили все. Все, я почистила там. Снега нет. Теперь, надеюсь, на какое-то время хватит. Потому что снег сыпется и сыпется очень много. Дачка вроде все в порядке. С теплицы Женя немножко тоже покидала снежок. Мы приезжали всей семьей, с детьми. Вот, смотрите. Тишина, спокойствие, снега много. Видите, на дровянике даже сколько снега. О, смотрите, что делается. Аж провисли эти доски. Столько снега у нас. Ну вот, на дачу мы съездили, а теперь да у нас сегодня девичник. Я туда ездила. Мои девчонки, конечно, я всю дачу, все крыши почистила. Вот, пришли мы к Танюшке, к нашей, сегодня праздновать Новый год. Вот потому что мы в этом году еще не виделись. Огурчики, вот. Сейчас мы тут... Таня ну, тоже... У меня порезанная уже. Танюшка сделала ремонт тут. Вот ну, потолочки новые, да. Клюстру. Смотрите, какая красота стала. Все везде светлое, все красивое. Окно поменяли. Так, окошечко вот новенькое. Видите, обои какие симпатичные. Тут у нас Лондон. Может, тарелку-то побольше? Или что это, не знаю. Так, суета-сует, как всегда, за столом. Знаете, можно нарезку положить. Давайте. Танюш, вот руки. У Танюшки красивая елка стоит. Елочка, елочка. Симпатичная такая, красивая. Потихонечку накрываем на стол. Фига у тебя телевизор, ты его повесила, что ли? Да, на кронштейн. Надо тоже нам на кронштейн повесить. Так, вот потихонечку. Накрываем на стол, сейчас будем отдыхать. У нас корпоратив новогодний, девичий, как всегда. Так, пошли, танцы, танцы. Не, Люба должна. Нет, главное писать. Да подождите, мы не ржите. А что ты в другую сторону-то крутишь? Какую другую? Туда крути. А теперь в другую сторону. Да. А вы это вообще не получится. Вот и я так же. Все в левую легко, да? Все, вот, все а в левую. Я в ту кручу, Видимо, вот пустая. Чего ты в эту же крутишь? Ты в эту же крутишь. Да? Все в левую. Мы все в левую, девки. Есть мужская сторона, женская. Сразу там больно вот здесь вот. Я тогда накрутила, у меня же синяки были. Да нет, этим-то не будет. Вот когда будет. Такие вот у меня нет, правда, женская, мужская сторона. Вот в левой. Ой, у меня бывает подольше. Валя, давай еще раз. Покручу. Давай, на видео, на вот видео. Вот чешется кожа уже, когда подольше покручу. Так, я давайте. Тогда у меня обруч, я его за... От окна отойди, от окна отойди. Я накрутила так, что у меня вот тут синяки были. Давай. Нет, синяков у меня нет, просто кожа. Ля-ли-ля-ли-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так-то раз удержать сложно. С поворотом удержать можно. Тапочки, тапочки. Я держу, что ты, я держу. Молодец, держи, держи. Так, ты выкладывать собираешься? Давай, давай. А в обратную сторону? Наши посиделки. Валя, молодец. А в обратную сторону сейчас не получится. Конечно. Валя, правда, левая, правая сторона, разные вещи. У меня по грудям. Нифига нет. Все, ладно, накрутились, у меня живот болит уже.